По-русски мама, по-грузински нана, а по-аварски ласково баба. Из тысяч слов земли и океана у этого особая судьба. Став первым словом в год наш колыбельный, оно порой входило в дымный круг. И на устах солдатов час смертельный последним зовом становилось вдруг. На это слово не ложатся тени. И в тишине, наверное, потому слова другие, преклонив колени, желают исповедаться ему. Родник, услугу оказав кувшину, лепечет это слово от того, что вспоминает горную вершину. Она прослыла матерью его. И молния прорежет тучу снова, и я услышу, за дождем следя, как, впитываясь в землю, это слово вызванивают капельки дождя. Тайком вздохну, о чем-нибудь горю я, и, скрыв слезу при ясном свете дня, не беспокойся, маме говорю я, все хорошо, родная, у меня. Тревожится за сына постоянно святой любви великая раба. По-русски мама, по-грузински нана, и по-аварски ласково баба.